Привет всем автолюбителям. Сегодня я хочу рассказать про новый вид развода, который применяется при оформлении электронного ОСАГО. Я решил оформить полис, я это делал уже ранее. Но вот при оформлении, при заполнении всех данных, дойдя до последнего пункта, где требуется сохранить полис и оформить его, вернее оплатить, я столкнулся с непреодолимым препятствием. Система меня переадресовывает на страницу РСА, где мне предлагается выбрать компанию по усмотрению РСА. Причем компания эта зачастую малоизвестная, имеет офисы непонятно в каких городах, но не в моем. И вот сейчас я вам покажу это на примере страховой компании «Макс». Вот мы видим ее сайт. На следующей странице забиты все мои данные. Мне остается только нажать кнопку «Я согласен» на обработку моих персональных данных и сохранить полис. Нажимаю кнопку «Сохранить». Система начинает долго думать. В данном случае мы видим, что результат проверки с РСА не прошел. Это одна из возможных ошибок при оформлении полиса электронного ОСАГО. Вторая ссылка, которая может быть, по которой вы можете быть перенаправлены, например, вот такой вот такая страница РСА, где вам предлагают заключить электронный полис ОСАГО и ввести ПТС. И уже по этому номеру вам будет назначена страховая компания. Страховая компания будет якобы определена географически по вашему региону. Далее, заполняя все данные, вы как страхователь даете согласие РСА на переадресацию на страницу сайта, обеспечивающего страховщика. Меня лично вся эта система переадресовала на неизвестный мне сайт Объединенной страховой компании. Вот такой вот. Где я не увидел своего города в списке офисов компании. Естественно, я страховаться в этой компании не буду. При переходе обратно на сайт моей страховой компании все мои введенные данные обнуляются. Мне приходится вводить заново все данные. И опять же, я попадаю на вот такой вот баннер, либо выдается ошибка. По информации с интернета я увидел, что так люди мучаются вообще по всей стране. На сайте любых страховых компаний, например, Росгосстраха, также вас могут переадресовать на страницу РСА, где вам предложат совершенно иную компанию, не ту, которую вы хотели. Соответственно, застраховаться просто не получается электронно. А на сайте там нет выхода застраховаться? Да есть. Многие делают. Просто вот, знаете, не, я тоже делал год назад. Ну да. А сейчас не нет. Знаю, как повезет, что ли. С телефона пробовал с другого компьютера на работе, везде переадресаться на РСА. Еще РСА звоню, говорит, разбирайтесь с страховой. До свидания. В РСА говорят разбираться. Да, потому что это уже с вашего сайта ведет переадресация. У нас только это предложение РСА застраховаться в выбранной РСА компании. Yes. Вот. А переадресация именно с вами. А у них есть еще как-то вот... Один день они предлагают одну компанию, второй день... Да, там рандомно это, то есть предложение вообще... Причем компании абсолютно левые. Так, Объединенная страховая компания, Адонис компания, где офис в Кирове находится. Не знаю, даже не слышал. Я тоже.
Что я могу сказать, ребята, по итогу? Пахнет здесь очередным разводом и уже при участии РСА. Мне навязывают какую-то левую компанию, где я должен застраховаться. И это меня никак не устраивает. В результате я иду, опять же, и делаю все это в офисе, оставив длинную очередь. Как повлиять на это? Ну, я вижу пока только один вариант, и я его уже сделал. Я написал жалобу в Центробанк. Как это сделать? Есть информация в одном из моих видео. Ясно одно, что под любыми предлогами людям строят козни при попытке застраховаться через интернет, заставляя идти в офисы, где вам могут навязать дополнительные страховки жизни и так далее. Терпеть это нельзя, пишите жалобы, говорите об этом всем своим знакомым. Всем спасибо, пока.